Интеграция международных стандартов в Сумгаитском химико-промышленном парке. Этот вопрос обсуждался сегодня в Баку на пресс-конференции, организованной научно-исследовательским институтом экономических реформ Азербайджана и турецким институтом стандартов. Эти стандарты позитивно повлияют на работу индустриального парка. Прежде всего, это поспособствует установлению надлежащего управления рисками, созданию эффективных систем управления и повышению энергоэффективности и, в целом, конкурентоспособности промышленного парка. Турция много работает над тем, чтобы достичь уровня стран-конкурентов в промышленности. В первую очередь, внимание уделяется развитию малых индустриальных зон. Те же работы мы хотим осуществить и в Азербайджане.